Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая что-то новое. И дело не только в современном оборудовании. На смену традиционным приходят принципиально новые материалы и технологии. Специалисты говорят, 20 век был эпохой металлов и сплавов, а 21 век будет веком композитов. За этим современным, искусственно созданным материалом, имеющим характеристики, значительно превосходящие характеристики традиционных материалов, будущее. Вообще, разработками композитов занимаются достаточно давно. Раньше их применяли только в аэрокосмической отрасли. Сейчас же композитный материал находит в себе применение и в других секторах промышленности, от медицины до товаров народного потребления. Совсем недавно в Казани прошел первый чемпионат мира по композиционным материалам Composite Battle World Cup Казань 2016. Это ежегодный чемпионат по композитам среди молодых специалистов, предприятий и студентов вузов. Основная цель чемпионата – создание международной площадки для обмена опытом между предприятиями, вузами, учеными и государственными органами. Это популяризация и продвижение отрасли композиционных материалов, развитие кадрового потенциала. В международном этапе соревнований приняли участие 15 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Германии, Мьянмы, Италии. В финальном этапе в технологическом конкурсе участники изготавливали корпус квадрокоптера. Победу одержала команда «Гепар» КНИТУ КАИ имени Туполева. Также в рамках международного этапа состоялся юношеский конкурс Junior Composite Battle 2016. Мальчишки, которым не более 14 лет, соревновались в знаниях о композитных материалах и практических конкурсах. Свою детскую команду выставил Московский государственный технический университет имени Баумана, а Казань представляли ученики инженерного лицея КНИТУ КАИ. Для ребят участие в мероприятии мирового уровня – это прежде всего причастность к одному из приоритетных направлений развития российской инновационной промышленности. Именно за сегодняшними школьниками будущее развитие этого перспективного направления и обеспечение российской композитной отрасли высококвалифицированными кадрами. Организаторы надеются, что к 2019 году композитная компетенция будет включена в мировой чемпионат WorldSkills.